В эфире служба новостей «Сарал-24» в студии Екатерина Пенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Готово на 85%, когда закончат строительство 11-й школы. Артериальная гипертензия. В первой поликлинике прошла очередная встреча в рамках проекта «Школа здоровья». Планета Бухара. В Доме ученых открылась выставка живописи. Далее расскажем по всем подробно. Безработным будут помогать с карьерой по единым стандартам, сообщает Минтруд. Чтобы получить официальный статус безработного, нужно подать электронное заявление на портале «Работа в России», с которым теперь должны взаимодействовать все центры занятости. Нужно только заявление. Все необходимые сведения о соискателе центры занятости смогут уточнить самостоятельно. С безработных сняли обязанность лично приходить к трудовому инспектору и расписываться за получение выплаты. Граждан будут просто уведомлять о признании их безработными и назначении им пособия по безработице через портал госуслуг, а также в личном кабинете на портале «Работа в России». Предлагать вакансии гражданам также будут дистанционно. Карьерные консультанты в центрах занятости помогут безработным разработать индивидуальный план поиска вакансий, составить резюме, а для тех, кто не определился с профессией, проведут тестирование для выбора сферы деятельности. При необходимости предложат пройти бесплатное переобучение, чтобы оставаться востребованным на рынке труда. По желанию граждан им помогут открыть свой бизнес. Помощь в организации собственного дела включает подготовку бизнес-плана, получение знаний и навыков, необходимых для предпринимательской деятельности, а также единовременную финансовую выплату при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создании компании или фермерского хозяйства. Проект стандартов разместили для общественного обсуждения. До 1 сентября осталось чуть больше 4 месяцев. Смогут ли ученики новой 11-й школы на Зорге сесть за свои парты в День знаний? Успеют ли сдать объект в срок? Этот вопрос обеспокоенные родители неоднократно поднимали в социальных сетях. На какой стадии сейчас работа и, главное, когда объект будет готов, узнала наша съемочная группа. Подробности далее. Для учащихся новая школа номер 11 на улице Рихарда Зорге откроет двери осенью этого года. Успеет ли сдать здание в эксплуатацию к 1 сентября, пока неизвестно. Резкое подорожание строительных материалов и нехватка рабочих рук существенно сказываются на рабочем процессе. Сейчас на территории здания работают 52 человека. В целом, сами строительные работы хорошо, подрядчик, в общем-то, определенный объем материалов успел саккумулировать, поэтому вот эти отделочные работы ведутся. И на площадке на самой находится материал для проведения отделочных работ. Но ситуация непростая. Мы стараемся к тому, чтобы в максимально короткие сроки школа была достроена. Вот. Ну да, перспективно это осень этого года. На сегодняшний день в основных учебных корпусах школы проложили электропроводку. Стены отшпаклевали под окраску, положили плитку в санузлах. Идут работы над монтажом дверных проемов и подвесных потолков. Общий процент. У нас 85% техническая готовность здания. То есть здание полностью возведено. Установлены все оконные конструкции, кровля. Значит, смонтированы все тепловые сети, электросети смонтированы. Обеспечено подключение к инженерным коммуникациям объекта в полном объеме. То есть остается только чистовые отделочные работы. Для благоустройства территории школы уже произвели планировочные работы и привезли необходимые материалы. Здесь рабочие положат асфальт и брусчатку. Также готовят место для спортивной площадки с баскетбольным и футбольным полем. По графику финансирования в очереди стоит и капитальный ремонт старого здания школы номер 11 на улице Павлика Морозова. По предварительному решению администрации, учебный процесс в старой школе не приостановят и ремонт делать там не начнут, пока новое здание не будет полностью готово к приему школьников. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Федерация футбола города Сарова набирает сборную для участия в чемпионате Нижегородской области. В эту пятницу, 15 апреля в 18 часов на основном поле стадиона ИКАР пройдет тренировка игроков, желающих играть за сборную города в чемпионате области. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов запустят в Нижегородской области. Подготовку региональной программы льготного жилищного кредитования анонсировал губернатор Глеб Никитин. В ближайшее время глава региона пообещал озвучить сроки ее действия и другую более подробную информацию. Вести льготную ипотеку для сотрудников IT-сферы поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. В начале марта этого года он подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий. Предполагают, что на льготный жилищный кредит смогут претендовать IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с ежемесячным доходом от 200 тысяч рублей в городах-миллионниках или от 150 тысяч рублей в остальных населенных пунктах.
Туристические чартерные программы к лету запустят во все федеральные округа, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Новинкой сезона станут туры на Кавказ. В апреле чартеры снова полетят в Татарстан, летом в Республику Алтай, Дальний Восток, на Сахалин, Камчатку, в Республику Карелия. Причем теперь чартеры будут летать не только из Москвы, но и из Красноярска. По чартерным программам половину стоимости перелета субсидирует государство. Это позволяет снижать цены в 1,5-2 раза, отметила Дагузова. В России зарегистрирован первый в мире изотермический тест на коронавирус с низкой вероятностью ложно-отрицательного результата. Информацию на своем сайте разместил Роспотребнадзор. С его помощью можно одновременно выявлять два наиболее консервативных участка генома SARS-CoV-2. Результат готов максимум через 25 минут. В Минздраве назвали эффективной вакцинацию от рекомбинантного варианта коронавируса. В ней и гриппа. Минздрава России считает, что вакцинация способна защитить от новой разновидности коронавируса варианта XE. По словам директора НИИ гриппа Дмитрия Леознова, XE является рекомбинантным вирусом, то есть гибридом двух разновидностей штамма омикрон – BA1 и BA2. Специалист напоминает, что впервые этот вариант был обнаружен в январе этого года в Великобритании. Схему вакцинации от коронавирусной инфекции в России пока менять не нужно. Следует придерживаться плана по ревакцинации каждые 6 месяцев, так считает директор Центра имени Гамалея Александр Гинзбург. По его словам, надо ревакцинироваться каждые полгода и жить спокойно, передает ТАСС. Ученый добавил, граждане с группы риска могут ревакцинироваться не одной дозой вакцины, а двумя. Вы этим точно не навредите, отметил Гинзбург. Проект «Школа здоровья» продолжается в первой поликлинике. Тема очередной встречи стала артериальная гипертензия – самое частое хроническое заболевание у взрослых. Саровчанам рассказали о причинах, вызывающих болезнь, и профилактике осложнений. Сегодня артериальная гипертензия занимает ведущее место среди болезней сердечно-сосудистой системы. По статистике, гипертонии болеют 30-40% жителей планеты. Среди людей старше 65 лет заболевание регистрируют и 70%. Это патологическое состояние, приводящее к повышению артериального давления, в результате которого нарушаются структура и функции артерий и сердца. Артериальной гипертензии подвержены абсолютно все возрастные категории населения. Более высокий риск имеют пациенты с ожирением, с подтвержденной гиперхолестеринемией, курящее население. Рассказать о факторах, приводящих к болезни, и мерах профилактики призван проект клинической больницы номер 50 «Школа здоровья». В стенах первой поликлиники саровчанам рассказывали про диабет, инсульты, фибрилляцию предсердия и многие другие серьезные заболевания и патологические состояния. Главная цель «Школы здоровья» – объяснить, чем чревато развитие болезни, настроить на правильный образ жизни, рассказать об основных способах самопомощи. В случае артериальной гипертензии необходимо правильно питаться, побольше двигаться, отказаться от курения и контролировать вес. Артериальная гипертензия – это хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. И добиться как можно дольше ремиссии, стабилизации уровня артериального давления можно именно при помощи ежедневного приема гипотензивных средств и соблюдением здорового образа жизни. Без лечения и профилактики артериальная гипертензия приводит к инфарктам, инсультам, ишемической болезни сердца, атеросклерозу, проблемам с почками и другим заболеваниям. Лечение должно продолжаться всю жизнь. Следующие встречи в рамках «Школы здоровья» будут посвящены отказу от курения и повышению физической активности. За анонсами можно следить на сайте клинической больницы номер 50 и в наших выпусках новостей. Екатерина Пенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Древняя архитектура Самарканда, богатые базары Бухары, ташкентские лавки с чудесными коврами. В Доме ученых открылась выставка живописи «Планета Бухара» художников Самары Анны Сливковой и Натальи Шепелевой. И эту путевку в солнечные и жаркие страны не нужно долго оформлять. Нет необходимости с нетерпением ждать отъезда, а потом несколько суток проводить в поезде или самолете. Из серого весеннего Сарова можно мгновенно оказаться в водовороте ярких, сочных и контрастных цветов Бухары, Самарканда, Ташкента, Кадрута и Стамбула. Для художника это какой-то рай. Мы когда попали туда, вот даже вот этот рынок в центре города, и все это разноцветное, эти тряпочки, эти какие-то предметы, какие-то там, я не знаю, вот все это навалено, все это так... Керамика, ковры, вот просто глаза вообще разбегаются, и все это хочется нарисовать. Мне показалось, что это действительно отдельная планета, отдельный мир, совершенно с другими красками, воздухом, небом, с людьми. Невообразимое количество красок в коврах, в
керамики, вазы, посуда, люди, шелка. И вот все это просто какая-то, я не знаю, пещера Аладдина. Мы попали как в сказку. Масляные натюрморты и пейзажи переносят гостей в мир нарядного и декоративного Востока. На открытии новой выставки «Планета Бухара» художницы из Самары Анна Сливкова и Наталья Шепелева много рассказывали гостям о своих совместных поездках по странам СНГ, о впечатлениях и работе над картинами. Например, Анну Сливкову вдохновил бухарский плов. Его она тоже решила изобразить на полотне. Это плов по-бухарски. Здесь совмещение разных жанров. Здесь есть и натюрморт, и, не знаю, интерьер, и фигуры. И, в общем, все это вместе скомпоновать в одну картину. И какое-то настроение Бухары вот в этой работе, оно вот для меня передается. То есть какой-то голубой свет. Я даже не знаю, как это объяснить, с этими какими-то оранжевыми всплесками, орнаменты. А знаковая работа для Натальи Шепелевой – цвет Бухары. Здесь художница постаралась передать необыкновенный цвет города, особенности архитектуры и его самобытность. Нас вот притягивает экзотика, конечно. У меня вот здесь есть работы и про Тунис, про тоже очень красиво и необычно. Ну, наверное, да. То есть хочется туда, где радуется глаз вот этому цвету, богатству цвета. Туда и едешь, туда и тянет. Выставка «Планета Бухара» продлится в Доме ученых до конца мая. Справки можно узнать по телефону 353-15. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. В Сарове стартует неделя добра. Самые яркие события в сфере добровольчества пройдут с 18 по 24 апреля. Запланированы благотворительные акции, встречи, мастер-классы, субботники, квесты и многое другое. Подробнее о неделе добра расскажем в следующем репортаже. Студенческий десант «Улыбнись, малыш» – мечта для всех вам, герои. Целый калейдоскоп событий подготовили для саровчан организаторы весенней недели добра, которая стартует 18 апреля. В списке мероприятий – сбор помощи животным, творческие мастер-классы, знакомство с волонтерскими отрядами и многое другое. Горожане могут присоединиться к неделе добра. Горожане на протяжении всей недели делают добрые дела, публикуют их ВКонтакте с хэштегом «Неделя добра в Сарове», «Неделя добра Саров». В финале мы проводим мероприятие, закрывает нашу неделю добра, фестиваль «Город единства непохожих», на котором мы будем награждать вот активных жителей города. Неделя добра в Сарове – это еще и история про чистоту. Освободить наш город от мусора – доброе дело, которое под силу каждому. Например, 22 апреля на Боровом пройдут чистые игры, субботник с элементами спортивных состязаний. Принять в нем участие могут команды школьников, студентов, общественных объединений. Одновременно с этим пройдет субботник на тропе здоровья. Там будут, значит, члены поискового отряда, члены, так скажем, серебряных волонтеров. Центр образования тоже там будет принимать участие, ну и ресурсный центр. Присоединиться к субботнику могут все горожане. Итоги недели добра подведут 25 апреля. Подробности по телефону 99-113. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. 22 диплома за участие в физкультурном мероприятии «Нижегородская гимнастрада 2022» привез коллектив «Контемп» детской школы искусства из Нижнего Новгорода. В номинации «Танцевальный марафон» саровчане представили номера «Море» и «Ирландский мотив». Два года подряд Нижегородский дворец спорта принимал у себя сильнейшие спортивные танцевальные коллективы региона. В апреле на арене дворца прошла гимнастрада – спортивный праздник, который объединил участников со всех уголков области. Саров на нем представил коллектив «Контемп» детской школы искусств. Саровские танцоры успешно прошли первый зал. Очный этап и отправились на очный тур в Нижний Новгород. Когда я смотрела на эту вот огромную массу детей, все в красивых костюмах, которые заняли всю площадку дворца спорта, вот этого зала, вы должны, да, представлять ее объемы, ну, просто была такая гордость за нашу, на самом деле, здоровую Россию, здоровых детей. Организаторы мероприятия – Министерство спорта Нижегородской области, областная федерация по чирспорту при поддержке правительства Нижегородской области, Академии Ирины Винер и фонда президентских грантов. Гимнастрада включала три направления – общая спортивная подготовка, танцевальный марафон и художественная гимнастика. Саровчане выступили во второй номинации и продемонстрировали свои лучшие номера «Море» и «Ирландский мотив». Больше всего запомнилась мне сцена большая. Мы никогда не танцевали на таких больших площадках. И мне понравились другие коллективы, как танцевали. Там были различные танцы разных возрастов, и было посмотреть очень интересно на них. Мы получили большой опыт. Мне понравилось смотреть еще на другие коллективы. У них были разные красивые танцы. Мы получали опыт от них. Сейчас «Контемп» готовится к конкурсу в Нижнем Новгороде, на который поедет в конце апреля. А 24 мая танцоры приглашают саровчан на отчетный концерт в художественную галерею. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.